The wall itself has a weird history. It's a circus, впервые. Continue with the outlines. Вот, это ты... Себя, а защищать правду Божью. Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Okay, we continue with the colors. Итак, давайте продолжим с цветами. Okay, the next one is blue. Следующий идет цвет голубой, который там описан. Symbolism in blue. Символизм какой заключается в голубом? Royalty. Это царственность. Sovereignty. Господство. Rulership. Руководство. Power. Сила. And authority worthy of honor. И власть, authority worthy of honor. Власть, words, достойная хозяина, владельца. Власть, достойная владельца. Вот. Okay. Now, in the colors, there are always various symbols. Когда перечисляются разные цвета, всегда в этом есть символизм. So when you're dealing with the colors, you usually have to look at the context wherein the color appears. Поэтому, когда вы работаете с перечислением цветов, тогда можно работать и с символизмом, который он означает. Okay. Now, to help us with that, we have Esther, chapter 8, verse 15. И помочь нам с этим сможет книга Эсфирь, chapter 8, 8 глава, 15 стих. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтово и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. Okay, does it say royal blue and white? No. No. Okay. The correct translation. Там, где у нас используется в одеянии яхонтового цвета, в английском переводе и не в одном написано белый и голубой. Hebrew. Иврит. It says he left the king's presence arrayed in royal blue and white. С иврита дословный перевод говорится, что он вышел от царя в царском голубом и белом цветах. Okay, when I say this, when I say that there's something a little bit wrong in the translation, когда I mean, я говорю, что есть что-то неправильное в переводе. Even if I say it in English, I'm talking of it from the point of view of the Hebrew language. Даже если я перевожу с английского, все равно истоки он старается найти в иврите, поэтому то, где он копает, это иврит. So it's not the English translation, okay? Поэтому it's, это не перевод, так сказать, с английского просто Библия, а с иврита. It's as far, as close as we can get from. Поэтому там не яхонтовый, а царский голубой и белые цвета. Okay, so here we see that that at certain point Mordecai was honored with this clothing. Поэтому мы здесь видим, что Мордехая почтили этой царской одеждой. In those times, blue was indeed the most common royal color. И в те времена глубокий голубой это был обычный цвет для царей. So it represented in this case royalty, okay? Поэтому в этом ключе он представляет царственность. In Ezekiel chapter 23. В Иезекииле. Verse 6. Ezekiel 23, verse 6. Иезекииля 23 глава, 6 стих. Dressed in blue, governors, rulers, all of them good-looking young men riding on horseback. У нас здесь опять используется яхонтовый цвет, у нас другой цвет. К одевавшимся в ткани голубого царского цвета и области начальникам, и градоправителям, ко всем красивым юношам, всадникам, ездящим на конях. So in this particular case, in this text, в этом отрывке, в этом месте, it's talking... здесь говорится о власти, о тех, yeah, кто обладал властью. Not royalty. Не царственным, не представителю царской семьи, а представителю просто власти высокой. So it's important to understand that there is sometimes a difference, even if it's the same color. И мы должны понимать, что существует разница, даже если она касается одного и того же цвета. It can have a slightly different
meaning. Она может иметь разные значения, как здесь, для тех, кто был облачен властью, и цари. So in this particular case it spoke of the leaders of the Assyrian army in this case. В этом отрывке говорится о лидерах сирийской армии, being clothed in blue. Которые были одеты в голубой цвет. Okay. Now it gets a little bit more complicated. Сейчас мы пойдем. The next color that we have is purple. Глубже. Следующий цвет, который там перечислен, написан пурпуровый, но на самом деле в скобочках пишите фиолетовый. Okay. Now, purple is also symbolic of royalty. Фиолетовый цвет также является цветом царским. But its other symbolisms are prosperity and preciousness. Но в нем заключен другой символизм, успешность и драгоценность. So you can sometimes ask the question, okay, if it's blue, is it royalty, is it, or what is it, and purple, why do you have the two, okay? Вы можете задаться вопросом, почему, если и голубой, и фиолетовый обозначают царственность, то зачем их использовать оба? And as I said, once again, you have to look in the context of where it's used so that you will understand what it symbolizes in that particular context. Поэтому вы должны не просто разбираться в цветах, но и в разных символическом значении их. Okay. In this case we go to Judges chapter 8 verse 26. Идем к Судьям. Chapter. Judges chapter 8 verse 26. Судьи, 8 глава, 26 стих. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых, то есть фиолетовых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. So here in this particular text, the purple color represents both royalty and prosperity. Здесь фиолетовый цвет означает и царственность, и также процветание, то есть успешность. Okay, because it talks about all of the gold and the precious things that were found, which means prosperity. Потому что здесь также описывается много золота, которое было описано, да, и что само по себе означает богатство или процветание. Also talks about the purple cloth worn by the kings. Но это было на царях, поэтому также является с царственностью связь. Okay. Now, if you want to discover the meanings of these things, please don't look it up on the internet. Если вы хотите изучить на самом деле значение всех этих цветов и их символизм, не делайте, пожалуйста, это через интернет. Okay. The symbolism of the colors, because you will come to nice, wonderful, new age websites which tell you all sorts of rubbish. Рано или поздно вы столкнетесь с красивым сайтом верования New Age и начитаетесь кучу мусора. Or one or other color therapist who has some ideas about what или наткнетесь на цветотерапии и почитайте их психологические взгляды на все это. Okay, in our context, whenever you want to discover what it's about, then you need to go to scripture. В нашем контексте, если вы хотите узнать о символизме и что это означает, надо искать это в Писании. There you will discover the right understanding. Тогда вы будете изучать под правильным основанием и пониманием. Okay. Proverbs 31:22. 31 глава. 22 стих. Притчи 31:22. Она делает себе ковры, виссон и пурпур, одежда ее. Okay. Interesting, isn't it? In this context, интересно. It's talking about a prosperous, virtuous woman. Здесь говорится в этом контексте о богатой, обеспеченной женщине. So in this case you include the idea of virtue into the color. Здесь получается в описании в символизм этого цвета входит третий, так сказать, вариант. Okay. Что это была женщина? In Jeremiah. Иеремия. Chapter 10. 10 глава. Verse 9. 9 стих.
разбитое в листы серебро, привезено из Фарисиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиацинт и пурпур. Все это дело людей искусных. Okay. This passage talks about how the heathen dress up their idols to make them look like royalty. Здесь написано, как пытались превратить, украсить идолов, чтобы они достойно выглядели. So, итак, there can be a falseness sometimes in this, and we need to be aware of that. Может быть ложь в этом, ну как бы не истинность, да? То есть, когда мы говорим про царственность и все остальное, это okay. от Бога, а это четвертый вариант неистинность. Okay. The meaning of the color stays the same. Значение цвета, оно остается то же самое. But in this case, it's used to cover up something and give you a wrong impression of what it really is. Но в этом отрывке показано, что этот цвет использовался для того, чтобы покрыть идола и предоставить нам неправильное представление. Okay, so you need to keep in touch. Для нас это всего лишь знак предупреждения, чтобы мы внимательно относились к символам. The next that we have is scarlet. Следующий, который у нас есть, здесь написано червленое или алое. Okay, it's they could have said red. Можно попытаться перевести это как красный. But there are very many variations of red. Но есть много вариантов красного. So in this case, it uses the word scarlet, which means a very bright red. И здесь используется красный яркий. And represents redemption. И означает он искупление. In Joshua chapter 2. Иисуса Навина, вторая глава. This is 18-21. Joshua chapter 2, 18-21. Иисуса Навина, вторая глава. When we enter the land, you tie this piece of scarlet cord in the window, and you let us down from it, and you gather together your house, your father, mother, brothers, and father's entire household. Дайте кто-нибудь Библию. Have I got it wrong? Let me see, Joshua chapter 2. Maybe. Joshua chapter 2. 16, 17, 18. Yeah? According to me, chapter it should be correct. Verse 18. Вторая глава, 18 стих мы читаем. Вот когда мы придем в эту землю, ты привяжи червленую алую веревку к окну, через которое ты нас спустила, и отца твоего, и матерь твою, и братьев твоих, все семейство отца твоего собери к себе в дом твой. Okay. In this context, в этом контексте it mentions the fact that scarlet cord was used and therefore symbolizes redemption. Означает, для какой цели была использована эта червленая алая нить? Для спасения, для искупления. Okay, there is another text in Scripture, of course, which talks about this, and that's where it says, though your sins were as scarlet, they will be as white as snow. Есть другие места Писания. Помните, если ваши грехи будут алы, как кровь, то убелю. Okay, now scarlet can also represent royalty, prosperity, prestige, and determination. Также может означать царственность, преуспевание, престиж. Determination. I will do it. И также решимость, решительность. Okay. Престиж, царственность, процветание, решительность. Okay, Lamentations. Lamentations. The book Lamentations. Book? Yep. What's the other name for it? На иврите сказал название книги Библии. Comes after Proverbs. Плохо знаем ивритские названия Библии. Lamentations. Yeah, where does it come in this context? Let me go here.
Мы читаем скромный русский перевод. Jeremiah, after Jeremiah. После Иеремии, что у нас идет? Плач Иеремии. Okay, chapter. Lamentations, chapter 4, verse 5. Четвертая глава, пятый стих. Евшие сладкое и стоевают на улицах, воспитанные на багрянице, жмутся к навозу. Okay, in this context of scripture it says they were brought up in scarlet, but they came to desolation. Здесь в этом отрывке Писания говорится, вот воспитанные на алом, да, на багрянице, жмутся к навозу. It refers to the class of people who were the most prestigious and wealthy. Это относится к тому классу людей, которые были очень обеспеченными и очень процветающими. Okay, if you read it in context, the whole of Lamentations, chapter 4. Если вы все весь плач Иеремии прочитаете, you will begin to see it. Okay, but we. Тогда вы начнете понимать. For the sake of time. Но из-за недостатки времени мы не будем всю книгу читать. Okay, but it does refer to that. Daniel, chapter 5, verse 7. Даниила. Пятая глава, седьмой стих. Сильно закричал царь, чтобы привели обаятели, халдеев и гадателей. Царь начал говорить и сказал мудрецам вавилонским: кто прочитает это написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве. Okay, so in this case, it's talking once again about royalty. It's talking about those in a good and high position. В этом отрывке красный цвет используется для символизма того, кто занимает высокое положение в обществе. Okay, a last one here in Nahum. А следующий читаем. Nahum, chapter 2, verse 4. Наума, вторая глава, четвертый стих. По улицам несутся колесницы, гремят на площадях, блеск от них, как от огня, сверкают, как молния. Yeah, okay. I hope it didn't jump, because the shields of Nemeans warriors are dyed red. The soldiers are wearing scarlet. И вернемся к третьему стиху, то есть третий и четвертый стих. Щит героев его красен, воины его в одеждах багряных, огнем сверкают колесницы в день приготовления к бою, или с копьев волнуется. Наума 2, 3, 4. Yeah, I just saw here that it can jump because I have something that tells me that. But okay, I'm getting you to know the minor prophets as well. We don't often read them. Мы обратились уже к книгам малых пророков, редко мы их читаем. How many of you knew where Nahum was before? Кто знает, где располагается книга Наума до того, как мы ее сейчас открыли? Между какими книгами она располагается? Okay. Okay, the last part here is fine twined linen. И последний материал, который используется в наперснике, это весон. Okay. Symbolizes the righteousness of the saints. Весон символизирует праведность. Okay, Revelation. Откровение. Chapter 19. 19 глава. Verse 8. Восьмой стих. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. Mm-hmm. For the fine linen is the righteous acts of the saints. Это праведность святых. Okay. It comes through Yeshua. Эта праведность приходит к нам через Иешуа. Okay. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. 1 Коринфянам 1:30. От него и вы в Иешуа Мессии, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Yeah, so remember. Помните. It's not about your righteousness. Это не вопрос вашей праведности. It's about the righteousness that we gain through our relationship with Yeshua. Это та праведность, которую мы приобретаем через наши личные взаимоотношения с Иешуа. Okay, in the English translation it uses a very unusual word. I don't know what it
what it uses in Russian. На английском используется очень такое редко используемое слово. Не знаю, какое у вас тут в русском переводе. It says the breastplate was a cunning work, which is very difficult to translate, if not impossible. Введено как искусной работы сделано. What it actually means is something that is made very skillfully. Это означает, что наперсник делался очень талантливым, способным человеком. Or a very skillful design. И он был дизайном продизайнирован очень талантливым something человеком. Of great beauty. То, что может излучать огромную красоту. So that when you look at it, когда вы смотрите you на think, это, how is that possible, that something like this вопрос, который возникает у вас в голове, как такое вообще мог бы человек создать? It was crafted with careful deliberation. Оно было создано очень аккуратно. Yeah, as I said before, Moses was instructed, make it exactly as you have seen. И помните, я говорил, что Моисею были даны точные инструкции, и он был создан именно так, как его увидели. And that meant the person who was entrusted with actually making this or weaving it, as it were, had to do it very carefully. He couldn't just keep going, he had to watch what he was doing. И это означает, что человек, который создавал этот наперсник по рисунку, который передал ему Моисей, должен был делать все очень точно, аккуратно и внимательно, а не просто как очередную работу. Поэтому он был изваян очень искусно. And it also represents how God wants to work with his church. И вообще это показывает на самом деле, как Господь хочет работать со своей церковью. He has the same mindset, у него, другими словами, такой же подход. He wants to make something that is very beautiful, which is unique, perhaps, in a way. Он хочет создать в нас что-то такое красивое и замечательное, можно даже сказать уникальное. And he does it very carefully. И он делает эту работу в нас очень аккуратно. We are God's workmanship. Мы Божья работа, то, что Ephesians он делает. Chapter 2, verse 10. Ефесянам 2 глава, 10 стих. Ефесянам 2:10. Ибо мы его творение, созданы в Иешуа Мессии на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Mm-hmm. This is what it's all about. This whole idea, вся идея, that God is trying to communicate to us, что Бог нам пытается передать, is that we are made by Him, что мы созданы им, and that we should be in union with the Messiah, with Yeshua, и мы должны пребывать в единстве со Спасителем Мессией, so that we can do the right things, чтобы мы же были способны совершать the things that He prepared. Дела, к которым нас подготавливает. From before creation, it says, которым нас подготавливали даже до создания. So that means that if you're in a congregation, это означает, что если вы в церкви или в общине, somehow you've ended up there, somehow you've become there, каким-то образом вы попали в церковь или в общину. You may think that that was all very haphazard. И все вы думаете, что это случилось случайно, вот так, стечение обстоятельств. You may think that it was just by accident that you happened to walk through the door, or you met someone, or вы можете думать, ну, вы просто кого-то случайно где-то там встретили, или вас вот пригласили в открытую дверь зайти. But I'm going to tell you this tonight. Но сегодня я вам скажу вот что. That's not true. Это неправда. God has been organizing that from before creation. Бог организовал ваше спасение еще до вашего сотворения. So you're here with a dual purpose. Вы здесь находитесь с целью. One, to be part of God's plan. Первое, быть частью Божьего плана. And be used by God. И быть использованными Богом. And the other part, to learn. И вторая часть — учиться. And sometimes, when it gets difficult, we want to run. И иногда, когда мы сталкиваемся со сложностями, нам хочется убежать. But try and remember that God has put you there for a purpose. Но
Удерживайте себя мыслями, что Бог привел вас сюда с целью. Sometimes that purpose involves you learning something. И иногда цель включает, что по дороге вам придется научиться чему-то. He has not haphazardly thrown us together. Он не просто случайным образом собрал нас всех вместе. But he wants to recreate us. Но он хочет in the image перетворить, переизменить нас в свой образ. Okay. Now we come to how was this all put together? Сейчас мы приходим к моменту, как это все собрать в кучу. Okay, we have all the elements that were going to be used. У нас вот есть много элементов, которые мы будем использовать. The different threads, the different materials. Разные материалы, разные составляющие. So, in Exodus chapter 28 verse 16, we find this. Итак, в Исходе 28 главе в 16 стихе мы сталкиваемся вот с чем. Что он должен быть четырехугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. Okay. Once again, something very specific. Опять мы сталкиваемся с точностями, с деталями. Remember I said, everything has a purpose in Scripture. Помните, я сказал, что все в Писании имеет свой смысл и значение. No matter how crazy it sounds. Не важно, насколько безумно это звучит. All Scripture, it says in Timothy, is God-breathed and worthy for teaching. Все Писание Богодухновенно и полезно для обучения, научения, обличения и так далее. Mm-hmm. Правда? We read that text, but do we believe it? Читали no. мы этот текст? Да. А верим ли мы в том, что все? We sometimes rebel against what is there. Иногда we мы восстаем to против того, что написано в Писании. Okay. But it is there for our instruction. Но если это здесь для наших инструкций, для нашего наставления. And sometimes that's not clear on the surface. И иногда оно не очень ясно на поверхности. Therefore we need to discover it. Поэтому для нас необходимо изучить это, углубиться. Okay. Why should it be made like this? Почему же он должен был быть создан вот таким? Was it to be folded double so that it would be square? Почему двойной? Почему он должен быть четырехугольный? It says a hand span. You know what a hand span was? Пядень длиной. Знаете, что пядень? That's the distance between here and here. Это дистанция между большим пальцем и мизинцем. Вот пядень. Now my hand span is different from yours. Моя пядь будет отличаться от вашей. But somehow they had a fixed. Но каким-то образом они среднестатистическую пять выбрали. My hand span is almost exactly 20 centimeters. Моя рука почти 20 сантиметров. Вот so это расстояние. It's very useful for me when I'm going somewhere to buy something. Поэтому для меня она очень пригодится, когда я иду что-то покупать и меряю. Okay, how long is it? Я знаю примерно, okay. сколько это расстояние. 20. Так. 40. Бима у нас. 60. 80. Бима у нас примерно 80 сантиметров. So I'm pretty sure this is almost exactly 80 centimeters. Так что можете быть уверены, что бима у нас 80 сантиметров благодаря руке Роджера. Okay. So here we have it was folded double, hand span by hand span, it needed to be square. Итак, здесь мы видим, что он должен быть почему-то двойной, четырехугольный. И пядень в ширину, пядень в длину. Okay. In English we use the expression foursquare. That means that. В английском мы используем слово не четырехугольный, а конкретно квадрат. Это значит, что все стороны одинаково равны под одним углом. That is symbolic of символизм. The New Jerusalem. Символизм нового Иерусалима. Okay. Revelation 21. Откровение 21 глава, 16 стих. Город же расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта, и высота его равны. Откровение 21:16. Основание Нового Иерусалима тоже квадратное. But, okay. Мы вернемся к этому позже. I don't know how it's expressed in the Russian scriptures, but do you know how big that is? Я не знаю, как у вас там вычислили вот это 12 тысяч. Let's say in kilometers. В километрах, знаете, сколько это? Anybody any idea? Кто-нибудь высчитывал? Nope. 12 тысяч стадий. I worked it all out. It's 2,400 kilometers. Я посчитал, это 2400 километров.
в высоту, 2400 в ширину, 2400 в длину. So, in every direction, 2400 kilometers. В каждое направление 2400 километров. Plus, minus, plus minus a millimeter or two. Плюс-минус 1-2 миллиметра. But if you think about that for a moment, and the New Jerusalem is supposed to come down and rest on the place where Jerusalem is today. Если вы задумаетесь, что вот Новый Иерусалим должен сойти с неба и опуститься на то место, где на земле сейчас стоит земной Иерусалим. So more than half of it is going to be sticking out in the Mediterranean Sea. Большая половина покроет Средиземное море. So it's an interesting thought. Очень интересные мысли. What's God going to do? Так, давайте дальше. Okay. So that's the way it was fashioned. Таким образом он был создан, наперстник. And then Ophir also had the symbolic meaning. И также эфод, и все имеет символизм. Okay, now some general observations to begin with, okay? И такие общие наблюдения, с которых мы начнем. General observations of the symbolism of the breastplate. Общие наблюдения символизма наперстника. Okay, we've seen the materials. We've seen the materials that it was made of. Мы видим материалы, из которых он создан. But we know also that they were the gemstones on the breastplate. Но мы также знаем, что были драгоценные камни на каждом кусочке. Okay, I'm going to go into more detail in this, but these are just some general. По камням мы будем разбирать очень детально и глубоко, но сейчас такие общие наблюдения. Okay, the gems represent the characteristics and benefits of the sons of Yaakov. Драгоценные камни, они символизируют характер сыновей Иакова. Okay, but also но of также believers. И верующих. And the types of service they give to God. И те виды служений, которые они могут воздавать Богу, служить Богу. Okay. The glistening or shininess of the gems. Свечение или блеск от камней. Is symbolic of the glory of God. Символизирует славу Божью. That we as believers, которую мы как верующие, should reflect in our character. Должны отражать в наших характерах. So as we go through, I'm going to be touching on character traits. Когда мы будем проходить детально по каждому камню, мы затронем характер, черты характера, характеристики. Okay, I don't know how deep we're going to be able to go. Я не знаю, насколько глубоко нам удастся пойти. But we'll see as we get there. Но мы посмотрим, когда дойдем. To understand the characteristics is to be able to understand sometimes ourselves. Иногда, разобравшись в чертах характера, нам легче будет понять самих себя. Okay, Psalms. Sorry. Psalm chapter 24. У нас это 21. Verses 3 and 6. 3, 2, 6, sorry. Who may go up to the mountain of Adonai? Who can stand in his holy place? No. Psalms are always a problem when we're translating. Книга okay, псалмов очень сложна, потому что у нас постоянно не та нумерация. Jump all over the place. So please forgive us if we don't find it that way. 22. Who may go up to the mountain of Adonai? Who can stand in his holy place? Those with clean hands and pure hearts. Где у нас не тот это псалом? Кто ты, святой Израиль? Кто может стоять в присутствии твоем? Сейчас. Got it. I really have to do this beforehand. I'm sorry. А ну. Давайте посмотрим. 23-й псалом с 3-го стиха. Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте ее? Тот, у кого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Mm-hmm. I hope we're right. Okay, let me read the whole thing in English for this particular time. We're trying to just read the text in Russian
Who may go up into the mountain of Adonai? Who can stand in his holy place? Those with clean hands and pure hearts, yes, who don't make vanities the purpose of their lives or swear oaths just to deceive. They will receive a blessing from Adonai and justice from God, who saves them. Such is the character of those who seek him. Это у нас 23-й псалом с 3 по 6 стих. Мы 6 стих не прочли. Последний стих звучит так. «Таков род ищущих его, ищущих лица твоего, Боже Иакова». То вот когда говорит «таков род», это вот таковы характеристики, таково описание вас, тех, кто ищет Бога. So here comes that idea of character. Вот здесь сокрыта вот эта идея характера. So often we don't give enough attention to our character. Очень часто мы не уделяем должного внимания нашему характеру. And sometimes we don't even want to change. И очень часто мы даже не хотим меняться. I was made this way, so I'll stay this way. Вот я был создан таким, особенным таким и останусь, таким и любить. Sorry to have to inform you, God wants to do something about that. He Простите, wants to change. Я хочу вас информировать о том, что так не будет. Бог хочет принести свои изменения. Our character can be changed. И наши характеры могут быть изменены. Because here we see that God is talking about the ability to become, in this case, as Yaakov. Здесь мы видим способность нам стать в каком-то роде, как вот Иаков, который искал лица Божьего. Okay, there was a lot of problems with Yaakov, and we'll come to that later. But помните, у Иакова тоже было много проблем. But God is looking for something. He's looking for those who will seek His face. Но Бог ищет чего-то. Он ищет тех, кто будет искать Его лица. Okay, that's the first part. И это первая часть. The gems represent the characteristics and benefits of the sons of Yaakov. Так что это являет характеристики как сынов Иакова и выгоду. Okay. Выигрыш, то, что мы можем The second иметь. Point here. Второй пункт. As believers, как верующие, we are clothed in gold, blue, purple, scarlet and fine twined linen. Мы можем быть одеты в золото, в голубой цвет, фиолетовый, алый, и также наши одежды могут быть из весона, тончайшего. How? Как? How? Как? Can it be true? Может ли это быть истиной для нас, правдой? Yes, it can be true. Да, это может быть правдой if для нас. We put on the Messiah, if we put on Yeshua, если мы с вами сможем одеть Мессию, если мы облечемся в Него. Galatians chapter 3. Галатам. Verses 27-28. Галатам 3, 27-28. Все вы, в Мессию крестившиеся, в Мессию облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо вы одно в Иешуа Мессии. Okay, there's a whole teaching here on being clothed with Yeshua Здесь, or with the Messiah. В этих стихах сокрыто вообще на самом деле целое учение, что значит быть облёкшимся, быть одетым в Мессию. What does that mean? How does it work? Что это имеет в виду в себе, как это работает в нашей жизни? I'm not going to give it now. Мы не будем рассматривать, так как это идёт как отдельное учение. Because it's not part of this study, but it is to show you the symbolism here. Поэтому мы здесь просто показываем вам символизм того, что все это реально, если мы будем одеты в Мессию. Okay, in God's eyes, в Божьих глазах, we are royalty. Мы царственные священства. First Peter, 1 Петра, chapter 2, 2 глава, verse 9. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Okay, the most important part of this text is the end of it, where it says, why are we his chosen people? И в этом отрывке важна последняя часть стиха, потому что в ней указано, почему мы являемся избранным народом. The whole purpose of that is so that we would declare
the praises of the one who has called us out of darkness into his light. Вся цель нашего священства заключается в этой фразе, чтобы мы могли возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свет. That's the purpose behind it all. So that we would declare who God really is. Чтобы мы могли на самом деле провозглашать, кем на самом деле является Бог. And when you think how the high priest was clothed, we're only talking now about the breastplate, but когда вы только задумаетесь о всех одеждах, в которые был одет первосвященник, сейчас мы с вами затрагиваем только судный наперстник. I have the whole teaching on the complete clothing of the high priest. У меня есть целое учение по всем одеждам первосвященника. But he was dressed this way so that it would point to God. So that it would be like a traffic sign pointing to God. Он вся его одежда это был указатель на Бога. Вся его одежда указывала на Господа. In the same way, our lives should be that sort of road sign, if you like. Таким же образом и наши жизни, наше поведение должны быть дорожными указателями, указывающими на Мессию. Our life should bring praise to God. Наша жизнь должна нести славу Богу. Our whole being. Наше все существо. In the same way as the priest's clothing, when people saw the priest. Так же, как вот эти одежды священника, когда люди видели первосвященника. They knew he was the high priest of God. Они знали, что перед ними первосвященник Божий. И okay. Что это означает. Number three. Третий пункт. The gems were placed in a four-square container. The gems were placed on this four-square cloth, if you like. Эти 12 драгоценных камней помещены были на наперстник в квадратики, скажем okay. так. Remember, то есть весь наперстник разделен был на квадратики. There were 12 gemstones. Было 12 драгоценных the 12 камней. Tribes. 12 колен Израилевых. And it was the whole. Yeah. И тогда это все собиралось в единое целое. For us, that symbolism is also of our citizenship of New Jerusalem. Для нас это символизм нашей прописки в небесном Иерусалиме, нашего гражданства небесного Иерусалима. Okay. Revelation. Откровение. Chapter 3. Третья глава. Verse 12. 12 стих. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Mm-hmm. Interesting. Откровение 3:12. Okay, Revelation 3:12. So, you see what I'm trying to do. I hope you're beginning to see what I'm trying to do. Bring those pieces together so that we can see the whole. Я надеюсь, и я надеюсь, что у меня получается из вот этих всех кусочков собрать единое целое, чтобы вы увидели картину в целом. So that we will see the greatness of God. Чтобы мы увидели с вами величие Божие. But also so that we would see how God is working to bring all things to His plan. Но также, чтобы мы увидели, что Бог делает, какова его работа, чтобы собрать это все вместе, чтобы это заработало. Okay. Now, before we go on to actually looking at each of the individual stones, до того, как мы перейдем и будем рассматривать каждый отдельно взятый камень, there's something I need to tell you. Есть кое-что, что я должен вам сказать. Okay. This is from the Temple Institute in Jerusalem. Есть в Иерусалиме институт храма. Okay. The text that we're looking at is Exodus 28, verses 17-21. И отрывок, который мы сейчас прочитаем, это Исход, 28 глава, с 17 по 21 стих. Okay. «И вставь в него определенные камни в четыре ряда. Рядом рубин, топаз и изумруд в один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз». Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризолит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. Сих камней должно быть 12 по числу сынов Израилевых, по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени из числа 12 колен». Okay, we're going to be taking that apart as we go along.
И когда мы будем разбирать, мы будем по слову, так сказать, разбирать это место. In more detail. И столкнемся с многими деталями. Okay, now I noticed as Hannah was reading that some of the names are switched and different. Я увидел, что здесь в русском названия поменены местами даже. Okay, now if we take many different translations, we will see that there are different names used. Если мы возьмем разные переводы, мы увидим, что даже используются названия разных драгоценных камней. And sometimes even a different placing of the stones. И даже есть разное расположение этих камней в переводах на наперстнике. Now, as I was making this study, когда я всегда готовлюсь к I noticed this. Я заметил вот что. And I thought, oh. Я заметил вот это oh my goodness, what are we gonna do, you know? И понял, что с чем же мы будем работать. Who's right? Кто же прав? So I went to the website of the Temple Institute. Поэтому я обратился к сайту Института храма в Иерусалиме. So I'm gonna read you what it says there. И прочитаю то, что там они написали. It begins with this statement. Они начинают со своего утверждения. The names of the stones defy translation. Defy. You cannot translate them. Or very difficult. Названия драгоценных камней непереводимы. They say of their list here, we have provided a translation for these 12 stones as listed above. Мы, они говорят, что мы пытались составить список названий этих камней. It is by no means definitive. It means that it is not set in firm. Но на самом деле, как бы нету точного определения. Okay. They prefer to use this rather than present just the original Hebrew names transliterated. И им легче использовать просто транслитерацию еврейских слов, okay, а не вдаваться в подробности о точном названии драгоценного. Я чуть-чуть короче вам сделаю. What they're saying is that it is very difficult to define exactly which stone is being mentioned. К чему пришел институт храма? Это к тому, что очень трудно понять, какой именно камень использовался тогда в оригинале. Название Because какого the Hebrew names of these stones, потому что еврейские названия as этих they камней, appear in the Tanakh, как те, которые являлись тогда, описывались в Танахе, are very obscure. Они, их не существуют уже сейчас, их исследовать нельзя. In other words, they weren't commonly used. Они больше не используются. And no description of the stones is given. И ни одно описание камней, которое было дано, And in the course of time, things have changed. Оно не может быть точным. И из-за времени, что все меняется. Languages evolve, meanings of words change. И значение слов даже менялось со временем. And they say, here that faced with this problem of deciding which stone is which and what it was. И они столкнулись именно с проблемой о том, какой же камень это был, каково было его название и каково его было место в этом наперстнике. Requires a lot of study and you need to make some decisions along the way. И для этого надо много исследований делать, и чтобы найти правду, так сказать. According to the different rabbis, а согласно разным раввинам, there are over 30 different options. Есть более 30 вариантов, какие камни использовались и где они располагались. I had to think on that thing where it says you get two Jews and you get 14 opinions or something и like that. И здесь я должен сказать фразу: это истина, потому что где два еврея, там пять мнений. So, according to rabbinical literature, поэтому согласно раввинистической литературе, there are over 30 different options. Есть более 30 вариантов, где какой размещался и какое название носил. So somewhere you just have to decide what you want. Поэтому, с одной стороны, вам надо просто принять решение, что вы хотите. And they say on their website they have chosen those particular ones
because of going back into Aramaic translations of the scriptures. И Иерусалимский этот институт храма, они приняли решение использовать один из вариантов, основываясь на самом раннем какой-то нашли арамейском переводе слов. And also some of the information that they have gained from reading Flavius Josephus, и даже historian. Информации, которую они почерпнули от Флавия. Incidentally, he was also Flavius Josephus, yeah. Иосифа Флавия, они yeah. почерпнули даже от него часть информации. He was also a priest. Он who served in также был священником, который служил. Okay, so it's extremely difficult to get an exact translation. Поэтому мы пришли к выводу, что очень сложно получить именно достоверный, правильный перевод. And many other factors that we need to take into account. И много факторов, которые надо учитывать. Those are geological and gemological things. Геологические, географические. So the stones, there can be discussion over exactly who they are, but we know that the colors were the same. Мы знаем, что камни можно с названиями поспорить, какой камень использовался, но цвет описания камня оставался тот же. Okay. So we на этом мы закончим на сегодня. Все интересное впереди. And we will continue.